Теперь вот сюда выставляем точку прицеливания. И вдоль стеночки, в угол смещаем его. Вот так. Вот так мы делаем. Теперь твоя очередь. Закинуть флешку. Итак. Начали. Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в No Plan B. Тактическую стратегию или стратегическую тактику, хрен его мама знает. В общем, задача наша какая? У нас есть задание, которое нужно выполнить нашей группе. Наша задача — спланировать выполнение этой задачи нашей группой, то есть кто будет делать что, как, куда и зачем. На полигоне все планируется, после чего группа отправляется на задание и действует в рамках составленного плана. Такая вот интересная на самом деле игра. Проходим мы кампанию, за SWAT, и сегодня мы будем проходить Night's End, вот эту вот компанию, миссию. В прошлый раз мы на S справились, прям на S, это считается круче, чем A даже, ну ладно, видимо, умеем и могем. Посмотрим, что сегодня получится, давайте приступать к планированию операции. Итак, что мы такое имеем здесь? Здесь мы такое имеем что? Ну и еще несколько разных вариаций того же самого вопроса. В общем, задача наша, вот она стоит. Наша задача — это цель. И эту цель нужно вывести. Вывести нужно в зеленое поле. Либо сюда, либо сюда. Угу. У меня есть 4 бойца. Это уже я крут, понимаешь, знаешь. Так, что мы будем делать? У нас есть одна заблоченная дверь. И у нас есть... Так, у нас здесь открытая дверь. Здесь у нас открытая дверь. У нас есть возможность поставить на поддержку бойца. Но надо ли нам это делать? Так, первое, что нужно определить, это маршрут, по которому мы будем идти. Самое простое, это, конечно, вывести цель по прямой. Сюда, вот сюда и вот сюда. Самое простое, логичное, что здесь можно сделать. Эта дверь, она прозрачная, что ли? Почему я вижу бочку? Да, дверь прозрачная, мне это не нравится. Это хреново, что она прозрачная. Потому что она будет простреливаться, наверное, если даже она закрыта. Итак. Также у нас здесь проблемка. Вот она. Непонятно, что у нас здесь. Ну хорошо, если мы добавляем... Так, что у нас по оружию? У нас 2 пистолета-пулемета. 1 пистолет и 1 дробовик. У нас 1 раненый боец. Что не есть хорошо. Так, один у нас должен быть здесь, один должен быть здесь. Сразу же. Первое, что они сделают, это один идет сюда, один идет сюда на контроль. А, так, ты встаешь сюда, ты у нас законтролишь вот это вот все. Тебя одного-то хватит на это? Эй-эй-эй-эй. Выбрал. Ты. Сюда. И, соответственно,
на более безопасную позицию вот сюда. Так, итак, первичные задачи. Дробовик. Визуальный контроль вот этих двух дверей. Вот этого, возможно, лучше переставить сюда, чтобы он на поддержке был, потому что он также может контролировать. Они вдвоем могут законтролировать эти две двери. После чего, скорее всего, этот вот битый остается здесь на контроле этой двери. Скорее всего, будет оставаться здесь. И все. Остальная же группа будет двигаться вот по этому маршруту. Двери мы будем брать на контроль, заходить мы не будем. Нам это и не надо, это не наша задача. Наша задача — вывести цель. Соответственно, двери нужно будет брать на контроль. Вот у нас одна дверь, которую нужно будет законтролить. И вторая дверь, которую нужно будет законтролить. А вот здесь нужно будет именно зачищать. Так. Что мы такие имеем? Кого у нас есть? У нас есть флешки, да? А флешки у нас есть. Вот так. Тебе флешка не нужна, ты будешь сидеть здесь. Флешки должны быть у того, кто будет двигаться. Первая залетит сюда, вторая залетит сюда. По-моему, логично. Вот давай-ка мы тебе флешку воткнем. Наш синий друг. Итак, первое, что мы делаем. Устанавливаем линии прицеливания. И поехали. У нас есть 2 минуты. На все про все. Пошел. Прекратить целиться. Заходишь. Назад. Второй. Чек. Так, есть. Есть чек. Все. С этого момента начинаем движение. А движение мы будем осуществлять как? Вот что интересно. Ты идешь к двери. Не, вот здесь стоп. Ты идешь к двери. Так. Ты смещаешься за ним. Да блин, господи. Вот как только ты начинаешь движение, ты прекращаешь целиться и двигаешься за ним. Хорошо. Начал. Ты прекращаешь целиться и смещаешься туда же. Так, назад. Целишься сюда теперь.
Все. Нет, 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 нет. Не годится. Не годится. Вообще ни разу не годится. Так, началось движение. Так, здесь вот он перестает целиться и пошел. Теперь вот сюда выставляем точку прицеливания и вдоль стеночки, стеночки в угол смещаем его. Вот так. Вот так мы делаем. Замечательно. Теперь у нас есть огневой контроль вот сюда. Так, все заняли позиции? Все встали? Так, он замер. Хорошо, ты. Открываешь дверь. Дверь открыта. Дверь открыта. Хорошо. Теперь ты закидываешь сюда свет шумовую. Слепишь нафиг все. Нет, ты неправильный. Ты неправильный. Ты неправильный. Зараза. Блин. Меня смущает правый ближний. Я хочу ослепить правый ближний, а он не может ее так закинуть. Блин. Хорошо. Еще раз тогда вдаль. Слепляем дальнее. Хорошо. Взрыв. Бым. Произошел взрыв. Хорошо, теперь ты. С этого момента. Вот ты. Чуть-чуть первый шаг сделай. Сделай первый шаг. У тебя точка прицеливания вот здесь. Ты входишь. И вот здесь ты перестаешь целиться. И двигаешься вперед. К этим вот бочкам. Итак. Бым! Начал движение. Второй. Ты идешь за ним. И у тебя точка прицеливания вот здесь. Пошел. Твоя задача вот здесь встать. Хорошо. Блин, вот. Вот неправильно. И неправильно почему? Почему неправильно? Вот кто уже сейчас увидел, почему неправильно? Вот черканите, почему неправильно? Вот почему неправильно? Кто догадался? Окей, встал. Встал. А, так, хорошо, вернулись. Бым, началось движение, пошли. Ты тянешься. Ты тянешься к светлому, за ними. Так, пистолет-то, я надеюсь, нормально здесь все контролит. Давай, тянись к светлому, за ними. Прекращай целиться. Двигайся дальше. Так, хорошо. Назад. Пошли. Пистоль. Смещайся сюда. Укрытие. Да ладно. Он не увидит оттуда ни черта. Блин. Ну, смещайся сюда, я не знаю, вот так. А, блин, нет, так он тоже нет самое.
Сместись сюда тогда. Смотри на дверь. Хорошо. 24 секунды. Замечательно. Контроль у нас здесь есть, то есть, соответственно, отсюда никто не шмальнет. Шмальнет ведь? Здесь все законтролено. Хорошо. Тогда ты, не особо задумываясь, со страшной силой и ненавистью в глазах, направляешься к двери под прикрытием своих замечательных совершенно товарищей. В момент, когда ты ходишь мимо этих самых товарищей, они начинают двигаться за тобой. Давай. Хорошо, секунда. 32-33. Тут долго довольно. Одной хватит. До 32, до 32 разгоняем. Хорошо. Итого. Итого, как бы. Теперь твоя очередь. Закинуть флешку. Закинуть ее надо. Хорошо. Можешь ее закинуть? Вот хорошо, прям вот хорошо, хорошо, вот так вот. Можешь. Здесь никто не останется, как бы. Этот угол у нас на визуальном контроле уже, соответственно, вот этот угол двери, вот это вот все будет ослеплено. Итого, бабах. Есть бабах. И пошел вход. Чуть поздновато, кстати. Чуть-чуть поздновато. Чуть-чуть. Вот так где-то. Контроль на дальнюю дверь. Вот. Нормально. Назад. Пошло движение. Ты делаешь первый шаг. Но после чего перестаешь целиться, и точка прицеливания у тебя теперь здесь. Пошел. Хорошо. Бабах-бубух. Пошли, пошли. Третий. Твоя задача. Дверь, скорее всего. Вот это. Итак, ты... Начинаешь двигаться, первый шаг делаешь. Ну, сделай шаг. Что, не умеешь, что ли? Стоп. И твоя точка прицеливания вот здесь. Даже вот здесь. Пошли. Так, у нас есть контроль двери. Какой-то, не какой-то. Даем секунду, после чего контроль у нас будет меняться. Ты сместишься вот сюда. Нет, не сюда ты сместишься. Таким углом тут, ну не знаю, в принципе, ладно. Так, он начал движение, перестал целиться. Точка теперь вот здесь. Смещаем точку. Блин, даже вот здесь она должна быть, наверное. Так. Хорошо. Итого, дверь у нас будет законтролена. Правильно? За этой дверью нас ждать не должны.
по-хорошему. Я прав? Или да? Так, он начинает движение. Есть контроль. После чего наши устремляются к двери. И ее открывают. Так, пошел. А ты, соответственно, первый шаг. Не, давай. Хорошо. Ты идешь с... Все-таки нет. Не то. Не пойдет. Первый шаг он делает. Нет, стоп, подождите, назад. Ему эту точку надо заменить вот сюда. Итак, он делает первый шаг. А, нет, нормально. Он так и двигается. Нет, стоп. Давай-ка дальше. Вот. Вместе с этим ты начинаешь движение. С контролем двери. Вот здесь ты перестаешь целиться. И идешь к своему товарищу. Так. Вот и все. Вот так я себе это вижу. Я художник, я так вижу. Так, поехали. Есть зачистка. И вот в этот момент вы, гражданин, начинаете ваше путешествие. Топаете сюда, топаете ножками. Стоп. Здесь вы ждете. Вот вы ждете. И вот. Оп-оп-оп. Вот он на позиции, и вы топаете себе дальше. И вы выходите на свободу! На свободу! Хе-хей! Да. Что он вообще там делал в этом сарае? Ну, в смысле, это, конечно, здесь сарай, так-то там, наверное, не знаю, тюрьма какая-нибудь. Я почему мы из тюрьмы кого-то освобождаем? Мы же сватовцы, мы должны туда сажать, а не освобождать. Что за ерунда вообще? Как это работает? Ладно, давайте приступать к проверке финальной. Итак, первое, что мы делаем. Проверка углов. Чисто-чисто. Предположим, что чисто. Пистолет контролит дверь. Здесь у нас контроль сюда огневой. Открываю другой. Это я в прошлой, кстати, миссии научился такому приколу. Один открыл, другой законтролил. Так, и теперь, шатаясь и ведя себя очень странно, человек в желтом костюмчике, наверное, Ума Турман, я не знаю, начинает двигаться. Наши в этот момент выдвигаются туда. Бабах. Вот. Сразу же на контроле дверь. Сюда мы заходить вообще не будем, нам там ничего не надо, пусть нафиг идут. Так, контроль у нас есть. Проходим и... Открываем дверь и выпускаем Уму Турман на свободу. Ну, желтый костюм, черные полоски, ну серьезно. Убить Билла все смотрели, я думаю. То, что это мужик бородатый, ну... как вам Олимпийские игры вообще? Зашли нормально, все хорошо? Нормально. Ну. Так, все, стоп, увлекся. Куда? Увлекся. Итак, если я все правильно понимаю, то выйти... Выйти должен только он. Или все наши тоже должны выйти? Я не очень понимаю. Ну, давайте на всякий случай сделаем выход хотя бы одним. Вместе с ним. Да, или даже двоими. Пускай вдвоем выйдут вместе с ним. Может быть. Так, это ничего не изменит. Выполнить? Нельзя перепланировать. Ну, давайте выполним. Посмотрим, чем все это закончится.
Красиво-то как? Какие красивые картинки? У меня так не получается, у меня все блюрится почему-то. Как-то вот края начинают становиться мутными. Так, отключаем это все, оно мне тут не надо совсем ни разу. Итак, начали. Чисто. Пистолет не очень уверенно дверь держит, не нравится мне все это. Хорошо, дальше. Нос. Работало. Взрыв. Вот сейчас пистолет, кстати, пистолет. Сейчас на тебя надежда, к тебе бегут. Ума Турман, шевелись. Так, пистолет взял нормально, дверь. Хорошо. Подошли. Светошумовая. Взрыв. Вход. Цели есть, цели нет. Пока чисто. Контроль двери. Контроль двери. Цель. Минус. Пошли, 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 пошли. Контроль. Есть. Убрал хорошо. И мы проходим. Давай, Ума Турман, шевели, шевели своими булками бородатыми. Так, наш выходит вместе с ним. Ранг С. Блин, а это типа значит, что я типа очень крут, да? Я типа очень крутой, да? Я очень крутой. Ну, в принципе, вот как-то так получилось. Забавно. В принципе, что можно сказать? Сработало все, как и было задумано, да. Ну, единственное, конечно, не везде были цели, но законтролить вот это закрытое пространство, вот это закрытое пространство я обязан был законтролить, я не мог его просто так оставлять. Да, здесь как бы этот не вылез. Здесь была цель, пистолет я не зря здесь оставил. То есть боец не зря держал эту дверь. Здесь была цель, но просто эта цель не вылезла никуда. А можно даже посмотреть, как эти самые цели двигались здесь. Есть возможность такая. То есть вот они стоят. Мы проверяем, здесь никого нет. Так, контроль этой двери есть. Пистолет держит эту дверь. Открывается дверь, и вот сразу же. Вот хорошая схема. Один открывает, второй контролит. Все. Бах-бух. Пошли. Дальше у нас есть контроль. Цель уходит в безопасное место. Она находится вот в укрытии. Наши подходят к следующей двери. Светошумовая. Вот. Не проходим на линию двери. Зачем это надо? Вот так проверяется дверь. От угла. Увидел, поразил цель. Держит. Появляется цель. Опять же, он уже держит, отрабатывает. То есть, ну, в принципе, вот так. А заходить вот в эти, в отдельные, тут нет смысла. Просто надо понимать, какая у вас цель, куда вы идете. Здесь самый простой путь был найден. Насколько я понимаю, это был самый простой путь, что уже логично и правильно. Ну и, соответственно, не ползать по этим комнатам. Зачем вообще мне это надо там ползать туда? Ведь на каждую комнату надо тратить светошумовую гранату в любом случае. Иначе можно как бы нарваться. Потому что если работаешь без светошумовой... Ну такое. Чаще всего это будет 50 на 50. Потому что предусмотреть все не получится. Такие вот дела. Так. Получено. Вася получил очко навыков. Смис получил очко навыков. Сач получил. Вы разблокировали функцию. Функцию. Какую функцию? Новый пистолет. Хорошо. Итак, блок 17, все понятно. Предлагает лучшую мобильность, но не обеспечивает точности и наносит меньше урона. Длительность прицеливания 0,1 секунды. Это хорошо, оптимальная дальность 9 метров. Точность максимальная 80% для оптимальной дальности. 60 хп выстрел, 1 выстрел 4 секунды. 1 выстрел 4 секунды. Каждые 0,45 секунды. Что? Раз в 4 секунды он стреляет, что ли? Или... А, 4 выстрела в секунду? 0,45. Чё? Блин, ни хрена не понял.
Маневренность минус 5, скорость движения минус 5, скорость вращения. Да, блин, стой. Минус 5 скорость движения, минус 5 скорость вращения. Что у нас здесь? Лучшую мобильность, но не обеспечивает точности и наносит меньше урона. О! Вообще-то больше. 0.12. Прицеливается он дольше. 90 хп выстрел. Второй выстрел кладет гарантированно там. Ну, здесь видите, хитрость какая. Это тоже два раза, если попадает 60 хп на выстрел. Если 100 хп у цели, то два выстрела и этот кладет, два выстрела и этот кладет. А вот здесь у нас 100 хп выстрел. Этот ваншотит. Я какое-то время назад, блин, какое-то время назад. В общем, когда я играл раньше в эту игру, да, перед тем, как я перерыв в ней делал большой, у меня чуть не вся команда была вооружена только вот этими револьверами. Потому что они, во-первых, быстрые, 0.13 секунды прицеливания. А во-вторых, они четенько ваншотят практически всегда. Но могут и не сваншотить. Такие дела. Лучшую мобильность, но не обеспечивает точность, значит, меньше урона. А, имеется в виду, они все такие. Они все такие. Я понял. Я понял. Минус 15 скорость вращения. Минус 10 скорость движения, минус 10 скорость вращения. Может взять второй блок и просто двойку вооружить пистолетами, чтобы они вдвоем работали все время. То есть два пистолета, чтобы все время работали. Также можно сделать. Или все-таки револьверы эти брать. 7,5 метра. 8,5. 9 метров. Давайте я возьму еще один блок. Возьмем стандартное оружие. Так. Пойдем смотреть, что у нас с очками. Как их распределить. Это мы пока смотреть не будем. Мы пойдем смотреть наших солдат. Солдат? Так, солдат. Экипировка. Острый, сталкивающий. Отдают приоритет товарищам. Это фигня, лучше вот это брать изначально. Поднять. Пущий уровень, 10% задержки реакции. То есть они тормозят. Настроить оружие. Что я могу настроить? Журнал без эффектов. Плюс один выстрел вовремя, скорость здесь, скорость движения. Так, что у нас здесь? Плюс 10 дистанция выстрела. Сила атаки. Плюс 5 дистанция, плюс 5 точность. Плюс 5 точность, плюс 5 оптимальная дальность. Плюс 10 оптимальная дальность. Минус 40 дальность звука выстрела в метрах. Как это работает, я пока не знаю, поэтому пока сосредоточимся на вот этих. Точность, дальность. Чё? Плюс 5 точность, дальность. Здесь дистанция, точность. А дистанция это и дальность. Это... А. Вон там наверху. Сколько точно, какое расстояние может стрелять? А. Плюс 5, плюс 5. А тут минус 5 почему-то. Плюс 10, минус 5. Блин, написано тут одно, а там другое. Плюс 10 дистанция выстрела. Ну, а это что такое? Частота выстрелов минус. А. Скрытность. Параметр скрытности. Вот из этого, если смотреть, что у нас будет. А, вот что у нас будет. Так, так оно как-то получше. Плюс 10, плюс 10. Тогда этот надо брать, я думаю. Берем этот.
Без эффектов. Плюс один выстрел в очереди. Ну, их, в принципе, и так сейчас хватает. Давайте так оставим. Next one, please. Скрытный. Задержка реакции врагов. То же самое, что и острый, я так понимаю. Так, по оружию у него пока ничего. А ты у нас не делал ничего, да? Ты у нас... А, ну он все равно качнулся. Но оружие ему настроить нельзя. Разрушитель дверей, осведомленность, поле зрения, сталкивающий. Давайте вот это возьмем пока. Специалист по пистолетам. Вот он не стрелял, и вот. Так, что у тебя? Горячая картошка. Ну, пока у этого тоже ничего. Выход. Ну что, еще одна миссия у нас завершена. Получили мы еще один пистик. Здесь дадут дробовик дополнительный. Круто, наверное. Ну, вот получилось на S. Получилось как вот получилось. Что сами думаете, пишите в комментариях. Отработали нормально, я считаю. На сегодня у нас все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи. Не фиксирует на требования обстановки.